сейчас объясню иконы. Ты куда пошел? Вот мы сейчас в Покровском соборе. Ему больше 100 лет. Он один был здесь в прошлые годы. Ну, сегодня архиерея нет. Сегодня 7 апреля 2017 года, пятница, Благовещение. Вот там крестилка у них, лбы мочат. И вот я сейчас попросил снять против двух икон. Одна — Христос и Самарянка. Тут был настоятель в Беларуси, отец Николай Войтович, Николай Павлович. Я говорю, что ж так нарисовали? Это Христос сидит, колодец так, и выше, и краник, и вода течет, он сидит. Ну, колодец глубокий, нету. Да вы что? То есть он не любил, чтобы ему замечания делали. И тут же они замазали краской. То есть рисуют, совершенно не знают. В другом месте смотрю, Лазарь воскресает. И идет из могилы, руки раскинул, всех обнять, радостно. Да как мог раскинуть руки, когда написано, Христос говорит, развяжите его, развяжите. Я говорю об иконописи. И вот второе, Марию Египетскую. Она 47 лет была в пустыне, волосы были как снег, как птицы. Здесь совершенно полная, нормальная женщина. Почему ее именно сняли такой, какой она была до этого, блудница? Какое у нее тело, какие руки? Ну ведь церковь-то по совершенству рисует так. В церкви рисует так. Когда человек достиг какого-то совершенства. Ну не рисует же, в чем, допустим, в Анифате любил петь, его бы с рюмкой рисовали. Когда он уже мученик, мучеником рисует. Я вот посмотрел только на иконы. И везде требуется какое-то разъяснение. Почему? Волосы у нее тут какие там, каштановые или какое. Ну, в нормальной полноты стоит женщина, не исхудавшая. Явно дело, что это не момент, когда пришло время и уходить из жизни. Вот так. Мы думали, что сегодня тут архиерей будет, его нет, он где-то в другом месте служит. Может, какой-то есть Благовещенский храм. Так. Видишь, вокруг понастроили дома, которые выше храма. Выше. И в то время, когда делали крест, тут дело было. Вызывали, какой крест-то большой. Вот посмотрите на крест. У него 18 окончаний. 18. А 18 это 3 шестерки. Я ничего не говорю, ну почему нормального-то креста нету? Ни одного нормального креста нету. Вот где-то в других храмах бывает там, бывает где-то ровные линии. И даже на резьбе священника какие-то лепестки нарисованы. Но если очертить такими краями-то, чтобы ровные были, не выпуклые, то получается масонский крест. Масонский. Такими крестами Гитлер награждал своих вояк. Ну, ровно, чтобы полоса поперечина ровная, и здесь была ровная. Нет этого. Ну, вот вокруг посмотри. Вон даже на крестилке маленькие, но какие-то сбоку на балдажнике. Вот второй раз стоит крест тоже так же. Почему? И вот в храме были полная абсолютная анархия. Кто куда хочет. Зашел молодой человек какой-то, сумка у него. Ну, раз сумка большая, с собой явно приезжий где-то. Ходит в шапке по храму. А почему? А шапка другой формы. Два пельменя защипанных. А потом, сколько я хотел подойти, но думаю, никто не видит его. Он стоит, и все, идет служба. Священник выходит причащать с дарами, херувимская. Он все время в шапке в этой, в соборе. Я говорю, патриарх в это время даже снимает. Нет, никому дела нет. Порядка-то никакого нет. Ну, если это похоже на скинию Господню, но там же были специальные люди, которые наблюдали за этим, которые смотрели за порядком. Ну пойди, да где-то, допустим, вот рядом у нас мечеть мусульманам. Что попало, делать же не будешь. В женском отделении они одеты как положено. Здесь нет, в штанах этих брюках ходят. Ну, прямо, чтобы одета, как говорят, традиция. Я не люблю это слово, но она есть традиция. Традиционно по-русски одетых женщин может быть 1%, 1-2%. Остальные какие-то шапочки, какие-то пентеплюшки. Выходит диакон, с такой скоростью машет кадилом, мы какие-то там погремушки сделали, как кандалы на каторжника. Зачем? Патриарх сказал, я хоть он не об этом сказал, но говорит, какие погремушки, ты говоришь, делали? Эти жезлы себе. Жезлы. Вот. Я подошел, сейчас тут знакомый священник Сергей Беляев. Он как-то у нас был, но не служили, а беседа была. Ну, первый раз я ему показывал храм, и он в алтарь вошел, я говорю, вот это у нас алтарь. Он вошел,
и перед престолом сразу поклонился, поцеловал. Он мое сердце сразу завоевал. И сейчас батюшка уезжал в отпуск. Пошел к архиерею и говорит, меня тут не будет в течение месяца, ну мало ли что бывает, заболеет там. Ну, надо, чтобы священник ваш был, патриарший Московской патриархии, митрополиту Сергия. А митрополит спрашивает, а кого вы хотели? Он говорит, да вот батюшку мы хорошо знаем, отец Сергий Беляев. Хорошо. То есть с прибытием сюда нового епископа, его поставили митрополитом, отношение полностью изменилось. Конечно, прихожане какие были, такие остались. Но по отношению к тому, что мы появляемся здесь и разговариваем. Можно разговаривать. Эти вербочки, может, сколько-то торгуют. Видно, покажи. Тут уже ничего нельзя сделать. Так будет и было и будет. Торговля везде идет. И в храме. Про это, про все говорить. И вот после того, как у нас такой порядок, и спуститься вот на эту ступеньку, да помилуй Господи, мы хотели бы, чтобы везде был порядок. И внешняя стройность, служение, ну во всем. Идут причастию кто как, кто откуда. Исповедовался, не знает даже. Почему? Потому что разные исповедовали в двух местах, причащает третий. Он, видимо, старше был сегодня причащен. Да благословит его Господь. Я говорю это от боли. От боли. Я стоял и страдал, смотрел. Стоят люди, разговаривают, в штанах там женщины. То есть никто не смотрит. Лишь бы пришел, ну и лучше всего не пришел, только купил свечку. Все, пошли домой пешком. Я сегодня еще пошел бы. Вас на машине повезли, а я дома остался. Я как паломник сегодня. Пешком пошел. Далековато, но ничего. Слава Богу. Захватил вас. Я опоздал немного. Пошли во славу Божию.